В Чебоксарах обновляют парк контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Вместо обычных металлических баков во многих дворах появились пластиковые конструкции. Новые модели более универсальны, поэтому и стоят дороже. Чтобы заменить все старые контейнеры, необходимо немалое вложение. Средства выделяют в рамках специальной программы. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Крышка для маленьких пакетов, для более габаритных отходов – отдельный отсек. Контейнеры закрыты надежно, и мусор не разлетается по двору. Это, пожалуй, главное преимущество новых пластиковых баков, говорят коммунальщики. Тут, правда, пружины все стоят по специальности. Вот так вот делается, открывается. Потом он закрывается автоматически. То есть, и открывается вот так. То есть, это обычно работает так. Стоит на тормозах, то есть как бы подъезжает машина наша, все загружает. Железные конструкции разъедает ржавчина. Пластиковые контейнеры, если и портятся, то только от рук вандалов. Недавно в городе сожгли 8 новых баков. Ущерб оценили в немалую сумму. Один такой контейнер обходится бюджету в 14 тысяч. Приобретают их только за рубежом. В Чебоксарах за несколько лет обновили более 1000 баков для сбора ТБО. Модернизация парка назрела давно. Мусора в столице республики с каждым годом становится больше. К сожалению, у нас количество конвейеров стоит еще по нормам, которые 82 года. На тот момент мусора было меньше, на самом деле упаковки было меньше. И люди жили, на самом деле, хуже. Вот мы же ежедневно сталкиваемся с этим и видим, что выкидывают диваны. Вы сейчас вот это видели, да, диваны и так далее. То есть это ежедневно, такое происходит во всем городе. На борьбу с мусором каждый день выезжает и вот такая современная техника. За один рейс эта машина способна вывести на свалку десятки тонн отходов. Габаритные вещи измельчает пресс. Причем за его работой водитель наблюдает из кабины. Внутри установлена видеокамера. Вся электроника, хорошая машина, хорошо идет, руля хорошо слушается. Таких спецмашин в городе станет больше. Мусоровозы из-за рубежа показали себя в работе. Эффективнее двух грузовиков российской сборки, но и дороже их в разы. Власти готовы раскошелиться. Модернизация автопарка для сбора ТБО тоже не за горами. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.